В Дагестане мусоровоз насмерть сбил женщину. Накануне в Махачкале в результате наезда погибла 52-летняя местная жительница. По предварительным данным, женщина переходила проезжую часть дороги в зоне пешеходного перехода. В момент наезда она оказалась в слепой зоне автомобиля. В результате потерпевшая была доставлена в одну из городских больниц, где позже скончалась от полученных травм.